Угрозы жизни и здоровью населения нет. Глава Коми проинспектировал ход работ по ликвидации последствий выхода нефти на магистральном нефтепроводе в Книжпогодском районе республики. Специалисты «Транснефть-Север» вырубили кустарник поблизости. Экскаваторами идет сбор загрязненного грунта. Установлены емкости для временного хранения нефтяной водоэмульсии. Уложены сорбирующие полотна. На месте работ проводится непрерывный эколого-аналитический контроль воздуха, почвы и поверхностных вод. Мы обязуемся этот участок вычистить, сдать полноценно чистым живым лесом. С учетом всех посадочных процедур, хвойных, лиственных пород, восстановить пиловый ствол, засеять траву и поставить памятник зеленому боку, который спас данный участок. Как будет сделано? Задействовано 100 единиц техники и 130 человек. Причины выхода нефти устанавливаются. Сегодня утром специалисты выявили место, где произошел порыв. Этот участок вырезан и будет направлен на исследование, чтобы определить причину инцидента. Сразу был локализован этот участок. Высланы бригады аварийные, которые нашли этот участок. Несмотря на то, что ущерба значительного не нанесено, тем не менее мы ввели муниципальный уровень ЧС. Решение такое я принял для того, чтобы именно здесь, на территории, локализовать все работы. И, вернее, локализовать работы именно по нераспространению вот этой утечки. Именно муниципальный ЧС. Нам не нужен региональный. До конца этой недели часть трубы заменят, а слой нефтесодержащего грунта будет полностью убран и вывезен на специальный полигон. Рекультивацией земель предприятие займется весной будущего года.